Добрый день, дорогие мои. Вот куда я пробрался. Я не знал, что тут так затопило и затекла сюда вода. Поэтому еле-еле хватило сапожек-то. Но я специально выбрался сюда, чтобы заснять вот нашу любимую скамейку счастья. Вот в такой обстановке, когда все течет, все изменяется. И я отвечу на вопрос одного из тех, кто пришел на наш канал и упрекнул меня в том, что я солнцепоклонник. Я несколько раз вам рассказывал о солнце, в том числе об иконографии, в которой есть солнце. Я вам даже в Кремле показывал икону Богородицы, жена, облеченная в солнце. Там в Архангельском соборе самая большая центральная икона. Это жена, облеченная в солнце. И я очень люблю эту икону. Сегодня солнца-то особенно нет. Оно чуть-чуть так среди облаков появляется. Но я тогда еще раз с вами поговорю на эту тему, потому что он-то меня упрекнул, что я такой же солнцепоклонник, как вот там, в соседней стране, которые себе набивают коловраты, набивают кресты, которые использовал Адольф Гитлер, и таким образом якобы возвращаются к старой вере, к старой настоящей вере. И, ну что, ну прежде всего мне жалко. Во-первых, жалко тех, кто так сделал и набил на себе, и так воспринял солнце. Во-вторых, человека мне жалко, который меня обвиняет в том, что я якобы как эти люди поступаю и как солнцепоклонник разговариваю о солнце. Просто надо смотреть все мои ролики. Ведь когда я объяснял, что солнце на наших иконах, оно обозначает Христа, и вот эта жена, облеченная в солнце, это Богородица, облеченная в Христа, то есть в духовность, в божественность. А луна у нас обозначает Богородицу, саму Богородицу, то, наверное, трудно меня обвинить в том, что я солнцепоклонник, если солнце Христос. Ну, еще раз повторяю, вот христианство, особенно русское православное христианство, оно поступило так с бывшими вероучениями на территории, где распространилось русское православное христианство. А еще раз повторяю, это же доказано, что не было никакой общей религии. И у кого-то было солнце в поклонении. Там вот на юге были, причем звали солнце Мах, луну Ма, Мама, вот, и другие у них названия были. Поэтому Махачкала, Магас, Машук, это все. Машук — это, например, стул солнца или табуретка даже, Машук. Или Эльбрус назывался Ошаха на Маха, то есть место жительства Маха, солнца. То есть вот такие еще у нас эти обозначения. Но христианство, особенно русское православное, чем и хорошо, что оно объяснило языческие символы и в том числе языческих, можно так сказать, святых, как христианские значения, в христианском значении. А ведь солнце-то оно даже в Ветхом Завете было обозначено уже как творение Божие, во славу Божию созданное. Возьмите Псалом 148, по-моему, третья строфа. «Хвалите солнце и луна, и все звезды его». Помните хвалебный этот? «Хвалите Бога во святых его». Вот там третья строфа, солнце и луна должны хвалить Господа. То они для восхваления Бога созданы. Во славу Божию Богом были созданы. Но у нас, конечно, в православии есть еще несколько значений. Как уже сказал, первое – это солнце Христос, луна – Богородица, обозначение. И вот даже икона души
Вот я вам показываю икону души, где душа изображается в пространстве жизненном, что она должна делать. И показано, что душа стоит на Луне, то есть для нас с вами основа Богородица, а над нею светит Солнце, то есть Солнце ее оживляет, оно дает жизнь этой душе. И мы действительно знаем, что Солнце жизнь всему дает, и нам тоже. Без Солнца, вот так прекратится Солнце, мы все вымрем. И нам кажется, что там растения без Солнца, да мы тоже без Солнца не сможем выжить. Так как растение не будет, питаться будет нечем. Поэтому вот значение Солнца Христос и Луна Богородица для нас первозначные, я бы так сказал. Ну, когда изображают их во время распятия, а то и прямо на металлических распятиях, которые у нас православные есть для молитвы кресты, Солнце и Луну, это свидетели распятия Христа. Больше того, они подражатели распятия Христова. Раньше же люди не знали, что вращаются они вокруг Земли. Было же такое понятие, что умирают, уходят в землю, как мертвый человек, как Господь уходил в пещеру, уходит в землю, а потом опять воскресают. То есть образ вот такого умирания и воскресения каждодневного тоже у нас христианский образ, напоминающий нам о Боге, о Господе, о Его распятии, о Его умирании, о Его воскресении. Вот поэтому на распятиях, на иконах, где Христос, отображаются эти Солнце и Луна. Есть еще одно интересное обозначение, значит, это тоже христианское, вы можете найти там в интернете, что Солнце – место жительства Архангела Михаила, а Луна – Архангела Гавриила. Вот тоже интересно. Я когда смотрю на солнышко, вот оно такое, сейчас можно на него легко смотреть сквозь облака, то мне вспоминается, там Архангел Михаил сейчас может на меня смотреть и попекать меня. Ну, это все так вот образно. И еще раз напоминаю, у Дионисия Арипагита, это, можно так сказать, столб нашего православия, то есть на нем обосновано православие уже каноническое, Солнце и Луна обозначаются как иконы Божии, то есть отображение Божие, глядя на которые мы вспоминаем Господа и, молясь в их сторону, грубо говоря, как и в сторону любой иконы, мы, вспоминая Господа, можем просить у Него то, что нам нужно. Поэтому, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных, сказал я сейчас, глядя на солнце, ну и попробуйте обвинить меня в солнцепоклонничестве или в том же, что делают эти лица. Вот, кстати, солнышко появилось как доказательство того, что мы правильно рассуждаем. А вот когда они, а у нас тоже неоязычники многие это делают, вспоминают вот в том языческом значении и набивают себе калавраты, набивают себе черное солнце, набивают иногда и крест, который использовал Гитлер, правда, перевернут его в сторону, в другую, говорят, он в другую сторону на нас смотрит, значит, этими лучами. Это, кстати, разница в том, в какую он сторону смотрит, пошла от того, что в разных концах Земли, в южном и в полушариях, там по-другому выглядит, как оно всходит и где оно заходит. Поэтому такое вот это вращение. У нас тоже это вращение вокруг Солнца или вокруг храма. А храм-то Ярослав Мудрый строил как образ Солнца. Я вам не раз об этом говорил. Золотые купола – это образ Солнца. То есть первые христиане, которые приходили в эти храмы, это 11-12 век, они шли вот в храм Солнца. И сам Ярослав Мудрый, я тоже вам неоднократно рассказывал, ставил в алтаре на место Христа трон, на котором садился в золотых одеждах,
а вокруг него изображение было в алтаре вот этой небесной сферы, а он как солнце, потому что поэтому у нас и Владимир Красносолнышко. Помните такой Владимир? Это не святой князь Владимир, некоторые путают, что креститель Руси – это тот же самый Владимир Красное Солнышко. Нет, это другой Владимир. Вот, и никто не смущался называть его Красносолнышко. И поэтому у нас, когда вот ставили храмы с этими золотыми куполами, входили в космическое пространство этого храма, где все было обозначено, солнышко-то как разгулялось, разыгралось. Ты, мой хороший, Господь нас с вами согревает и освещает. Вот это чувство космизма и чувство причастности ко всей Вселенной, ведь это очень нужное чувство для христианина. Когда ты понимаешь, что ты ответственен за всю Вселенную, что ты часть этой всей Вселенной, что ты можешь вот напрямую иметь отношение с вселенскими объектами или иконами, как у нас Дионисий говорит, что это иконы, Солнце и Луна, то у тебя совсем другое ощущение жизни. Другое ощущение жизни. И ты не будешь уж смотреть вот на тех, кто уж, я извиняюсь, вот поэтому все и произошло, что они не поняли, что они используют и как используют. Не дает духа та старая религия, которая любовь к людям несет. Так и у нас, и у нас все время, вот как встречаешься с язычниками, так все начинается. Вот прямо понимаешь, что все, не добьешься никакого ни духа, ни радости, ни любви, если ты... Вот такое мое размышление, и слава Богу, что у нас есть солнышко, что у нас есть луна, что у нас есть образ Христа, есть образ Пресвятой Богородицы, есть место жизни Архангела Михаила и луна место жизни Архангела Гавриила. И этим мы с вами рады, счастливы. Ну и не знаю больше еще, что сказать, потому что что-то так хорошо вот здесь сидеть на нашей лавочке счастья и об этом разговаривать. Сидел бы и разговаривал. Но у нас впереди лето, будет легче здесь проходить без сапог, и мы будем еще много говорить. А сейчас покажу вам, как, смотрите, у нас рыбачки еще сидят на льду. И, наверное, тоже им радостно в такую погоду ловить рыбку. Все, здоровья вам всем, радости, добра, Бог добро. Аминь.